2 Коринфянам 5 глава. Это самое важное, о чем мне когда-либо приходилось говорить. В Библии сказано, когда разрушено основание, что сделает праведник? Бог дал мне слово, Он сказал, я зачитаю, «Ваше положение в праведности покажет, насколько успешной будет ваша христианская жизнь и насколько эффективно вы распорядитесь ресурсами Божьей благодати». Ваше положение в праведности покажет, сколько у вас силы. Другими словами, если вы не поймете раз и навсегда, что вы праведность Божья через веру, что вам, как верующему в Иисуса, принадлежат все духовные и материальные блага, которые Бог обещал в Своем Слове, то вдруг окажется, что жизнь проходит, а вы все еще задаетесь вопросом, если Бог что-то обещает, то почему у меня этого нет? Все дело в вашем восприятии самих себя. Верите ли вы тому, что говорит о вас Библия? Верите ли вы, что вы тот, кем Бог вас называет в Слове? Написано, праведный верою жив будет. О чем здесь говорится? Праведный — это тот, кто был оправдан. Если дьявол сумеет разубедить вас в том, что вы праведность Божья, и убедить в обратном до тех пор, пока ваша праведность зависит от вашего поведения, от того, что вы сделали или напротив не сделали, ваша христианская жизнь будет подобием американских горок. Еще вчера я верил, что я праведность Божья, сегодня что-то пошло не так. И я разуверился. А на завтра опять поверили. Подобное непостоянство сродни неверию. Что я хочу сказать? Чем больше я об этом думаю, тем острее понимаю, что мне нечем гордиться. Это уму непостижимо. Я от всего сердца верю и только-только начал понимать, вот почему я раньше об этом не говорил. Как велика Его любовь к нам. Итак, начнем. 2 Коринфянам 5 глава. Мы смиряемся под крепкую руку Божью, любой ценой. Аминь. Меня спросили о теме проповеди. Как ты ее назовешь? Я назвал свою проповедь «Дело закрыто». Мне вынесли обвинительный приговор. Я был обречен, осужден, опозорен. Но Иисус по Своей великой любви спас меня Своей благодатью. Он встал на мою защиту. Он стал моим адвокатом. Он снял с меня все обвинения. Дело закрыто. Дело закрыто. Мы спасены благодатью. Праведность — это то, о чем мы будем говорить. Что такое праведность? Каков ее механизм? Откройте 2 Коринфянам 5, 21. Готовы? Читаем. Я сейчас. 2 Коринфянам 5, 21. Смотрите, чтобы я не увлекся. 2 Коринфянам 5, 21. Все вместе готовы? Читаем. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Какими мы стали? Скажите, «Я праведность Божья». Еще раз. «Я праведность Божья».
Дайте-ка подумать. Почему Бог называет меня праведным? За мои хорошие дела? Нет. Хотя это тоже важно. Но тогда почему? Что я такого сделал? Вы нет, а вот Иисус — да. Когда я получил новое рождение и пригласил Иисуса в свою жизнь, я не сделал ровным счетом ничего. Но когда я получил новое рождение и сказал, что верю в Иисуса, Иисус сначала назвал меня праведным, а уже потом... Были дела праведности. В 21 стихе написано, что не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех. В английском грехом. Интересно, что когда кто-то спросит у вас, как вы можете называть себя Божьей праведностью, вы что, лучше всех? Сначала им придется ответить на другой вопрос. Как так вышло, что Иисус стал грехом, хотя ни разу не согрешил? Ответив себе на этот вопрос, вы поймете, как я стал Божьей праведностью, хотя ничего для этого не сделал. Иисус сделался грехом. Он был безгрешен. Он ни разу не согрешил. Иисус — победитель. Он ни разу не согрешил, не поддался искушению, не впал в грех. Однако Он сделался грехом. Он взял на Себя все наши грехи, чтобы дать нам свою праведность. С Ним обошлись, как с последним грешником. Когда Он висел на кресте, белый день превратился в ночь. Когда Он висел на кресте, Бог отвернулся от Него. Солнце померкло. Земля содрогнулась. И что тут началось? Люди отвернулись от Иисуса. Они обошлись с Ним, как с ужасным, ужасным грешником, хотя не нашли в Нем греха. Он спустился в ад, безгрешный, за грешников. В Деяниях написано, что Он пережил узы смерти. Он этого не заслужил. Он этого не заслужил. Он сделал это, чтобы через это дать нам свою праведность и внимание. Мы этого не заслужили. Точно так же, как Он незаслуженно стал грехом, мы незаслуженно стали праведными. Мы этого не заслуживали. Поймите, вы не стали праведностью Божьей, так как, чтобы стать праведностью, надо что-то для этого сделать. Он сделал вас праведными, хотя вы этого не заслужили. Иисус взял на Себя все наши грехи. Он заплатил за них. Он спустился в ад вместо нас. Он страдал вместо нас. Его били вместо нас. И все это Он сделал для того, чтобы показать вам свою любовь и сделать вас Божьей праведностью. Только подумайте, представьте себе, что поставлено на карту, когда вы в согласии с дьяволом, с другими людьми, наконец, с грехом, отрекаетесь от того, за что Он уже заплатил, когда сделал вас своей праведностью, и это после того, что Иисус взял ваш грех и сделал вас праведными. Но если для того, чтобы стать Божьей праведностью, вы ничего не сделали, с чего вы взяли, что можете сделать что-то, чтобы перестать ею быть? Послушайте, с чего вы взяли, что можете сделать что-то, чтобы лишиться этого звания, если вы не сделали ничего, чтобы его получить? Глядя на свое поведение, вы говорите: «Ты не понимаешь, что я наделал. Если в воскресенье я еще был праведным, то теперь не уверен, если бы ты только знал, что я наделал». Нет, нет, вы не поняли. Если ваша праведность изначально не зависела от того, что вам надо для этого сделать, то вы ничего не можете сделать для того, чтобы ее лишиться. Скажите: «Я праведность Божья».
Все ваше существо протестует против этого, так как вы традиционно привыкли думать, что праведность — это понятие переменное. После того, что ты сделал, если ты и был праведным, то после такого ты не можешь быть праведным. Что ты, какая может быть праведность? Если бы вы до конца понимали, что произошло в тот день на кресте, вы бы никогда не ставили под сомнение свой статус в Боге. Скажите: «Я праведность Божья». В тот день, когда я отдал свою жизнь Богу и получил новое рождение, я стал Божьей праведностью. Цель сатаны — заставить вас в этом разувериться. Потому что все в вашей жизни зиждется на вашей вере в то, что вы — Божья праведность. Все, что Бог вам приготовил, зиждется на вашей вере в то, что вы — Божья праведность. Дьявол хочет лишить вас этой уверенности. На то он и обвинитель братьев. Вот его цель — ваша сущность и положение в праведности. Римлянам 4 глава. Евреям 4.1. Да-да, Римлянам. Римлянам 4.1. Думаю одно, а говорю другое. Итак, смотрите. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался... Минутку. Запомните это место. Оправдаться значит быть оправданным. В Библии сказано: «Праведный верою жив будет». Праведный — это тот, кто был оправдан. Таким образом, во втором стихе мы читаем: «Если Авраам сделался праведным делами...» То есть, он сделал что-то, чтобы стать праведным. Вот что здесь говорится. Если Авраам оправдался, сделался праведным делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Другими словами, если он оправдался делами, Бог не получит славу. Слава достанется ему, а не Богу, потому что он оправдался делами. Третий стих. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». На основании вышесказанного, что сделал Авраам, который является собой яркий пример благодати, чтобы стать праведным? Что он сделал? Еще раз, что? Что-что? А что нам нужно сделать, чтобы получить новое рождение и стать праведными? Поверить Богу. Такое чувство, что требования не изменились. Четвертый стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Другими словами, если человек зарабатывает праведность, это происходит не по благодати. Образовался некий долг, так как он работал, а за работу надо платить. Если вы хотите заработать статус Божьей праведности, вместо того, чтобы сделаться праведными по благодати, вы упорно работали, и теперь Бог у вас в долгу. Ну или кто-то. Но благодать тут ни при чем. Пятый стих. «А не делающему...» Скажите: «Это я». «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, кто делает нечестивого праведным». Вы видите? Он говорит: «Это тот Бог, в которого мы верим, и который берет нечестивого и делает праведным без усилий с его стороны». Он не был хорошим, и за это Бог посчитал его праведным. Бог взял неправедное, нечестивое
Он взял месиво и сделал шедевр без вашего участия. Он говорит, что такому человеку вера его вменяется в праведность. Таким образом, мы видим, что можно достичь праведности делами, либо стать праведным верой. Если вы хотите заработать статус праведности, Бог не получит славу. Он в этом не участвует. Но если вы человек, праведный своей верой, только потому, что Он так сказал, а вы поверили, Бог получил славу, потому что вы день за днем, что бы ни случилось, продолжаете верить, что вы Божья праведность. Я по-хорошему завидую человеку, который не отступается от своей веры в то, что если Бог сделал его праведным, значит, так оно и есть. Как только вы по-настоящему поверите, что вы Божья праведность, действие греха прекратится. Люди грешат из-за неверия в собственную праведность, из-за чувства вины, осуждения, они в депрессии. Okay, now. You ready? Готовы? Are you ready? Готовы точно? В шестом стихе Давид называет блаженным человека из будущего. Пророк Давид смотрит в будущее. Стихи с 6 по 8 — это выдержка из 31-го псалма. Давид смотрит в будущее и видит человека, который сделался праведным без дел. И то благословение, которое пришло на этого человека. Он пишет не о себе, он пишет о нас в наши дни. Посмотрите, что он пишет. Шестой стих. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Подчеркните слово «вменяет». «Вменять» — что-либо, значит предъявлять обвинение или воздавать по заслугам. В данном контексте мы видим, что Бог засчитал человеку праведность независимо от его поступков. Далее он пишет, так и Давид называет блаженным человека. Он намеревается перечислить все те благословения, которые достанутся тем из нас, кому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Он вменил вам праведность. От вас ничего не требуется. Он вам ее вменил. Речь о нас, не о Давиде, о нас. Седьмой стих. Здесь он перечисляет все те благословения, которые он видел. И вот что он пишет, смотрите. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». Вы согласны с тем, что прощение грехов — это благословение? Вы не понимаете. Речь не о ком-то, кто не согрешил. Очевидно, что этот человек согрешил. Он говорит, вот человек, которому Бог вменил праведность безо всяких усилий с его стороны. Послушайте, что ждет этого человека. Во-первых, это благословение прощения грехов. Кого-то это обрадует больше, кого-то меньше. Лично я счастлив, что я благословлен, потому что мои грехи прощены. Возможно, у вас есть ко мне претензии, а Бог простил все мои грехи. Это первое. Второе. Восьмой стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха».
Да-да, вы не ошиблись. Что значит «не вменит греха»? Он говорит, Бог не принимает во внимание и не ставит ваш грех вам в вину. Вот в чем суть. Вопреки традиционным представлениям, не говорите, этого не может быть. Да-да, вы не ошиблись. Давид говорит, вторая составляющая благословения — это то, что теперь, когда я стал праведностью Божьей через веру, если я согрешу, мой грех не будет засчитан. О, я вижу, каких усилий вам это стоит переварить. Вас всю жизнь учили, что Бог тщательно записывает все ваши грехи в большую книгу. Я хочу, чтобы вы знали, что теперь, когда вы стали праведностью Божьей, Бог не вменит вам греха. Ваша кредитная история не будет испорчена грехом. О нем не будет упомянуто в летописях Божьей праведности. Этого не будет. Вам понадобится время. Этого не будет. Я знаю, каково это. Я знаю, каково это. Это требует осмысления. Что ты сказал? Я правильно прочитал? Вы видите? Он говорит, что это благословение, что он не вменит. Как вы помните, сначала речь шла о человеке, праведном, без дел. Во-вторых, его грехи прощены. В-третьих, Бог не вменит вам греха. Представьте, что вы пошли в магазин, и какой-то миллионер сказал, что вы можете взять все, что захотите. Деньги с вас не возьмут. Послушайте, как говорится, и рад бы в рай, да грехи не пускают. Послушайте. Вы понимаете? Вы скажете, нет, этого не может быть. Он сошел с ума. Я всего лишь прочитал то, что написано у вас в Библии. Хотите расширенный перевод? Пожалуйста. Это то же самое. В расширенном переводе написано, «Тот блажен и счастлив, и можно позавидовать тому человеку». Сам Давид по-хорошему завидовал. Человеку, чей грех Бог не принимает во внимание и не ставит в вину. Если копнуть глубже, здесь говорится буквально следующее. Он никогда... Никогда, никогда, никогда не вменит вам греха. Осторожно, брат Доллар, осторожно. Разве ты не видишь, что даешь людям разрешение грешить? Теперь они пустятся во все тяжкие. Они решат, что теперь им все можно. Нет, они грешат, потому что не знают истину. Потому что никто не рассказал им правду. Все это время их вводили в заблуждение. Они не пустятся во все тяжкие, потому что, когда человек знает, во что верит, он будет поступать правильно. Не зная правду, он будет грешить. Но вот о чем я подумал. Если Бог праведный, Он дает нам свою праведность. Но не автоматически. Кому-то придется это компенсировать и заплатить за это. Отсюда вопрос. За что Он должен вас любить? И зачем Ему это надо? Как такое вообще возможно?
Бог потому и не вменил нам греха, что уже вменил его Иисусу. Бог не вменил мне греха и сделал меня своей праведностью через веру в Иисуса, потому что Иисус взял на себя мой грех. Он взял на себя ваш грех, возложив ответственность за них на Иисуса. И не бойтесь, что можете согрешить. Как только вы по-настоящему поверите, что вы — Божья праведность, действие греха прекратится. Люди грешат из-за неверия в собственную праведность, из-за чувства вины, осуждения. Они в депрессии, они много думают, они думают, что недостойны. Итак, смотрите. Готовы? В шестом стихе Давид называет блаженным человека из будущего. Пророк Давид смотрит в будущее. Стихи с 6 по 8 — это выдержка из 31-го псалма. Давид смотрит в будущее и видит человека, который сделался праведным без дел. Видит, как Господь благословил этого человека. Он пишет не о себе, он пишет о нас сегодняшних. Посмотрите, что он пишет. Шестой стих. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Подчеркните слово «вменяет». Вменять что-либо значит предъявить обвинение или воздать по заслугам. В данном контексте мы видим, что Бог засчитал человеку праведность, независимо от его поступков. Далее он пишет, так и Давид называет блаженным человека. Он намеревается перечислить все те благословения, которые достанутся тем из нас, кому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Он вменил нам праведность. От нас ничего не требуется. Речь о нас. Седьмой стих. Здесь он перечисляет все те благословения, которые он видел. И вот что он пишет. Смотрите. «Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты». Вы согласны с тем, что прощение грехов — это благословение? Вы не понимаете. Речь не о ком-то, кто не согрешил. Очевидно, что этот человек согрешил. Он говорит, вот человек, которому Бог вменил праведность безо всяких усилий с его стороны. Послушайте, что ждет этого человека. Во-первых, это благословение прощения грехов. Кого-то это обрадует больше, кого-то меньше. Лично я счастлив, что я благословлен, потому что мои грехи прощены. Возможно, у вас есть ко мне претензии, а Бог простил все мои грехи. Это первое. Второе. Восьмой стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Да-да, вы не ошиблись. Что значит «не вменит греха»? Он говорит, Бог не принимает во внимание и не ставит ваш грех вам в вину. Вот в чем суть.
вопреки традиционным представлениям. Не говорите, этого не может быть. Да-да, вы не ошиблись. Давид говорит, вторая составляющая благословения — это то, что теперь, когда я стал праведностью Божьей через веру, если я согрешу, мой грех не будет засчитан. Я вижу, каких усилий вам стоит это переварить. Вас всю жизнь учили, что Бог тщательно записывает все ваши грехи в большую книгу. Я хочу, чтобы вы знали, что теперь, когда вы стали праведностью Божьей, Бог не вменит вам греха. Ваша кредитная история не будет испорчена грехом. О нем не будет упомянуто в летописях Божьей праведности. Этого не будет. Вам понадобится время. Это не будет упомянуто. Я знаю, каково это. Я знаю, что вы думаете. Я знаю, каково это. Это требует осмысления. Что ты сказал? Я правильно прочитал? Вы видите? Он говорит, что это благословение, что он не вменит. Как вы помните, сначала речь шла о человеке праведном без дел. Во-вторых, его грехи прощены. В-третьих, Бог не вменит вам греха. Представьте, что вы пошли в магазин. И какой-то миллионер сказал, что вы можете взять все, что захотите. Денег с вас не возьмут. Послушайте, как говорится, и рад бы в рай, да грехи не пускают. Послушайте. Вы понимаете? Вы скажете, нет, этого не может быть. Он сошел с ума. Я всего лишь прочитал то, что написано у вас в Библии. Хотите расширенный перевод? Пожалуйста. Это то же самое. В расширенном переводе написано. Блажен. И счастлив настолько, что можно позавидовать этому человеку. Сам Давид по-хорошему завидовал человеку, чей грех Бог не принимает во внимание. Если копнуть поглубже, здесь говорится буквально следующее. Он никогда не вменит вам греха. Осторожно, брат Доллар. Разве ты не видишь, что даешь людям разрешение грешить? Ты разрешил им грешить. Теперь они пустятся во все тяжкие. Они решат, что теперь им все можно. Нет. Они грешат, потому что не знают истину. Потому что никто не рассказал им правду. Все это время их вводили в заблуждение. Они не пустятся во все тяжкие, потому что, когда человек знает, во что верит, он будет поступать правильно. Не зная правду, он будет грешить. Но вот о чем я подумал. Если Бог праведный, Он дает нам свою праведность. Но не автоматически. Кому-то придется это компенсировать и заплатить за это. Отсюда вопрос. За что Он должен вас любить? И зачем ему это надо? Как такое вообще возможно? Бог потому и не вменил нам греха, что уже вменил его Иисусу. Он вменил его Иисусу.
Бог не вменил мне греха и сделал меня своей праведностью через веру в Иисуса, потому что Иисус взял на Себя мой грех. Он взял на Себя ваш грех, возложив ответственность за них на Иисуса. Он не только взял на Себя все грехи, но и заплатил за них. Все то, что легло на плечи Иисуса, подумайте об этом. Забудьте о своих традиционных представлениях. Вы хотите сказать, что Он любит вас так сильно, что взял на Себя не только ваш грех, но и наказание? Мы не до конца понимаем, что произошло на кресте. Божий гнев за грех достался одному человеку. Вы не понимаете? Мы заслуживали Божьего гнева. Наша жизнь должна была попасть под удар. Мы должны были понести наказание после смерти. Но Иисус сказал: «Если вы поверите в Меня, в то, что Я могу сделать вас праведными, тогда Я понесу наказание. Я приму возмездие. Я займу ваше место в аду. Я возьму вашу боль, ваши раны. Я понесу наказание гнева Божьего вместо вас. Я приму его вместо вас. Я сойду в ад и заплачу за вас, чтобы, приняв новое рождение, вам не пришлось нести наказание за грех. Я понесу наказание. Я запишу это на свой счет. Вам не придется платить за это. Я запишу это на свой счет. Для Бога вменить вам грех означало бы признать жертву Христа напрасной, сведя на нет то, что Он совершил на кресте. Бог никогда этого не сделает. Кто-то из вас привычно сидит и думает: «Да, но». Никаких «но». Я хочу, чтобы вы знали, что вы больше никому ничего не должны. С вас сняты все грехи. У вас чистая кредитная история. Слава Богу! Слава Богу! По дороге домой знаете, что отныне вам не вменяется ничего, кроме праведности. Бог вменил вам праведность. Если для церкви это нонсенс, то для всего мира это отличная новость. Они говорят: «Вот это да! Ты хочешь сказать, что я могу спастись, и Бог не держит на меня зла? А кто такой Иисус? Где мне его найти? Я тоже хочу!» А христиане тут как тут. «Да что вы говорите? Это не по Писанию. Бог этого так не оставит». Видите ли, вы не понимаете Его любовь. Вы думаете, что она такая же, как ваша. Наша любовь так слаба и скудна, что нам трудно понять любовь, превосходящую всякое понимание. Это уму непостижимо. Ее невозможно описать. А нас учили, что Бог только и ждет, как бы отправить вас в ад и отплатить вам за все. Нас так учили. Его любовь. Но, брат Доллар, ты не понимаешь, им дай только повод. Да нет же. Вы знаете, каждый раз, когда вы собираетесь выкурить очередной косячок, я покурил перед церковью. Ну, теперь вы точно в духе. Приходите. Я вас не прогоняю. Приходите.
Приходите, у меня для вас новость. Продолжайте называть себя его праведностью. Придет день, и вы в это поверите. Возможно, вам придется твердить это по 100 раз на дню. Продолжайте, придет день, и вы в это поверите. Это будет день свободы от наркотиков. Потому что наркотики и праведность несовместимы. Я праведность Божья. А рука так и тянется. Что-то мне не верится. Я праведность Божья. Что-то не то. Я праведность Божья. Я праведность Божья. Что-то не торкает. Я праведность. Я праведность. Ну все, пора завязывать. Я праведность Божья. Поймите это, чтобы не столкнуть человека на полпути. Не все делается одномоментно. Богу пришлось с вами попотеть. Перестаньте равнять всех под одну гребенку. Лучше скажите им: вы праведность Божья. Главное верить. Бог изменит вас. Все будет хорошо. Если вы отдали свою жизнь Богу и верите, что Он не вменит вам греха, все будет хорошо. Главное дойти до конца. Главное верить и идти до конца. Иди до конца. Знали бы вы, как усердно я молился за эту проповедь, понимая, что меня ждет, что главная опасность исходит не от мира, а от фарисеев. Я сплю и вижу, как мне звонят церковные лидеры и говорят: «Брат Доллар, нам надо поговорить. Вы разрешили людям грешить, а как это делается у вас?» Дайте людям свободу. Когда я думаю о его любви и о том, что он сделал, я не думаю, как еще согрешить. Я думаю, как мне его отблагодарить. Что я могу для него сделать? Когда приходит искушение, я понимаю, что после того, что он для меня сделал и чем пожертвовал, я не могу этого делать. Я так больше не могу. Мы боимся сказать людям правду. Давид это предвидел и завидовал нам, потому что, в отличие от нас, с Давидом вышло иначе. Бог наказал его. Он ответил за свой грех. Надо признать, что не без сожаления, но Бог наказал его. После того, как он убил мужа этой женщины и совершил прелюбодеяние, он ответил за это. Он потерял сыновей. Бог наказал его. Его царство разделилось. Бог смилостивился над ним, но ему пришлось ответить за свой поступок, так как он находился под законом. В то же время Авраам — идеальный пример благодати. Он жил за 430 лет до закона. Кстати, когда Бог назвал Авраама Авраамом, в английском «Авраам», слог «ха» на иврите означает «благодать». Бог буквально прибавил ему благодати. Будучи Авраамом, он пытался исполнить Божье обещание своими силами. Помните, когда Бог сказал ему, что у него будет сын? Он, вместо того, чтобы довериться Богу, пошел к Агаре, служанке Сары, и попытался осуществить это своими силами. Молодость и сексуальность сыграли с ним злую шутку. Как говорится, сделай сам. Кто-то скажет: но Бог
не говорил с ним много лет. Бог знал, что делает. Он сказал: «Какой ты непонятливый, вместо того, чтобы довериться мне, ты решил все сделать сам, полагаясь только на свои силы. Я знаю, что делать. Подождем до 100 лет». Тут уж как ни напрягайся, возраст есть возраст. А теперь еще подождем, пока Саре стукнет 90. Я сделаю все, чтобы когда родится Исаак, вы не говорили, что это ваша заслуга. А теперь посмотрите, чего вы добились. Результатом ваших усилий стал Измаил. От меня произойдет Исаак. Кто такой Измаил? Это результат ваших усилий без Бога. Представьте, что вы потратили много сил и купили машину, но без Бога. И теперь она постоянно ломается. Это Измаил. Вы потратили много усилий, вступили в брак, но без Бога. Вы в браке с Измаилом. Это не повод для развода, потому что... Послушайте, Бог может сделать Измаила Исааком. Я так и слышу, как вы говорите, это слово от Бога для меня. Это идеальный пример благодати. В то же время, смотрите, вы обратили внимание, что Авраам с Давидом похожи. Аврааму тоже досталось. С той лишь разницей, что Аврааму это не зачлось, а Давиду зачлось. Как это? Вы заметили, что Бог ни разу не осудил и не наказал его, спасая из очередной переделки? Бог сказал ему оставить родных и никого с собой не брать. А он что? А он взял. И попал в беду. Бог не стал его наказывать. Напротив, он выручил, когда он назывался братом Сары. Бог снова избавил его. И даже когда он сделал это во второй раз, когда царь обратил внимание на его так называемую сестру, Бог снова вступился за него. Он не вменил ему его грех. Это был прообраз того, как Бог поступит с нами. Хорошо, это сильно. Но держитесь. Послание к евреям, 11 глава. Принято считать ее главой веры. Заметьте, что речь идет не о его промахах, а о его достижениях. Ни слова о промахах. Ни слова об ошибках. Почему? Ну, держитесь. Скажите, я это выдержу. Бог не говорит о наших промахах, потому что Он их не помнит. Сейчас объясню. Евреям 8 глава. Бог не помнит недостатков. Бог не помнит недостатков. Когда я учился в колледже, на втором курсе, я принял новое рождение. Я часто слышал, что когда мы умрем и попадем на небеса, там будет большой экран. Вы об этом слышали? На котором будет показана вся ваша жизнь. И все живые существа увидят ваши промахи и ошибки. Когда я это услышал, я заволновался. Мне было что скрывать. Я подумал, что когда попаду в злополучную комнату с телевизором, надо бы получше спрятаться. Боже мой, моя очередь. Ой, а это еще что такое? Ну надо же!
Откуда мы это взяли? Евреям 8:12. Все вместе готовы? Читаем. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Прочитайте еще раз. Если Бог сказал, что не помнит ваших грехов и беззаконий, дьявол что, сделал себе копию? Бог стер оригинал. Он о них не помнит. Хотите верьте, хотите нет. Я верю, что он не помнит моих грехов. Он не помнит моих грехов. Что же так тяжко-то? По-вашему, лучше, чтобы Бог припомнил вам все грехи и наказал вас по справедливости за дело? Лучше накажи меня. Помни, как в детстве меня изводило молчание отца. Лучше накажи меня. Вам невдомек, что Бог есть любовь. Вы смотрите на Него через призму своего понимания. Но если Бог не помнит моих грехов, то почему мы помним чужие? Помним грехи детей, грехи супруга. Давайте скажем, Бог не вменил мне мои грехи. Еще раз, Бог не вменил мне мои грехи. Я расту. Для моей жены это станет лучшим подарком. Я расту. Я уже подарил ей. Я буду любить тебя всегда. Я всегда буду рядом. И всегда буду любить тебя. Теперь я учусь, как не вменять ей ее грехи. Как не держать на нее зла. Это очень важно.